Парк отдыха Ореховая роща находится в конце улицы Ивана Голубца. В районе высокого берега Анапы. И возле него, возле этой части высокого берега, находится пляж 40 лет Победы. Вот в парке отдыха Ореховая роща есть свои правила. Идем по одной из центральных дорожек парка отдыха. Вдоль нее обилие роз. В парк отдыха Ореховая роща приходят жители с близлежащих кварталов Анапы. С микрорайонов 3А и 3Б. Также этот парк отдыха Ореховая роща является одним из популярных мест в этом районе Анапы среди отдыхающих в Анапе. Разнообразие роз, есть и белые, красные, желтые. По парку можно спокойно погулять. В этом парке есть много дорожек, достаточно узких. Мы сейчас пройдемся по этим дорожкам, а пока что мы идем к центру парка отдыха, где есть фонтан и разнообразные развлечения для детей. Ну, разнообразные в рамках этого парка. Конечно, в центральном парке отдыха развлечений гораздо больше, но там и шумнее гораздо. Вон фонтанчик такой, относительно небольшой. Есть батут, детская площадка. Электромашинки на прокат.
Вот одна из таких дорожек, по краям заросшая травой. Естественно, траву в этом парке регулярно подстригают, но все равно дорожки, смотрите, какие. Заросшие по краям травой. Среди каждую плиточку пробиваются травинки. Вот одно из тихих, спокойных мест в парке. Поют птички. Здесь их пение слышно, потому что шум почти отсутствует, городской, не, в непосредственной близости. Это интересное дерево, я не знаю, как оно называется. Такое пушистое. Но смотрится прикольно, красиво. Сейчас вечером вообще такая умиротворяющая обстановка в парке. Как видите, по этим дорожкам гуляют люди. Вот мы подходим к одному из выходов из парка отдыха Ореховая роща. Это выход на улицу Таманскую, в сторону Супсеха. И вот виднеется жилой комплекс Бельведер. Парк отдыха Ореховая роща есть свой режим работы. Работает ежедневно с 6 утра до 10 часов вечера, без перерыва. И выгул животных на территории парка Ореховая роща запрещен.
Сейчас впереди находится, собственно, один из участков набережной, Высокий берег. Он уже в течение нескольких лет находится на реконструкции. И для того, чтобы выйти на набережную, нужно пройти еще по парку. Естественно, что мы и сделаем. Мы же гуляем по парку. Пойдем посмотрим. Еще. На мойке работают зимой, на мойке работают летом, на стройке работают. Какие развлечения здесь есть для детей. Вот можно прийти в парк вечером, выбрать одну из лавочек, сесть и наслаждаться гармонией парка. Раньше на месте этого парка отдыха Ореховая роща была действительно Ореховая роща, я полагаю, некоторые из вас помнят это время. Это было время, когда набережная возле Ореховой рощи еще не была благоустроена. Ну, а теперь благоустроена и набережная, и сам парк отдыха. То есть Ореховая роща стала парком отдыха. Вот именно поэтому здесь, кто не знал этого, то, что раньше Ореховая, парк отдыха Ореховая роща, на самом деле, была Ореховой рощей. Вот здесь много до сих пор деревьев грецких орехов. Вот они. Ну, а кто хочет посмотреть на грецкие орехи, как они растут? Кому это интересно. Вот, смотрите. Должно быть видно. На этом дереве они встречаются. Вот, и разглядите сквозь листву. Снизу их, вероятно, уже все оборвали. А вот, вот наглядные, смотрите, как растут грецкие орехи. Осенью они дозреют, вырастут, и их можно будет есть. Вот так вот.
замечательные розы в парке. Розы цветут на протяжении всего лета в парке отдыха Ореховая роща. Одни отцветают, другие зацветают. Итак, рядом с парком отдыха Ореховая роща есть набережная, есть пляж 40 лет Победы. И чтобы добраться до парка отдыха Ореховая роща, нужно добраться до конца улицы Ивана Голубца. Многие маршруты общественного транспорта в Анапе доезжает до этого района. Так что, если вы захотите посетить парк отдыха Ореховая роща, но вы там поселились где-то в другом районе, не в районе этого парка, то можете добраться на общественном транспорте без проблем. По меркам парков крупных городов, этот парк отдыха относительно небольшой. Среди многих достоинств этого парка есть все-таки один существенный недостаток. В этом парке отдыха нет туалета. Ближайший туалет находится в метрах 300 возле спуска к пляжу 40 лет Победы. Там для информации. Также есть, ну, по крайней мере, я видел туалет поближе, но это неизвестно, работают они, не работают. График их работы мне не ясен. Можешь сидеть так отдыхать прямо на траве в парке. Выход из парка отдыха Ореховая роща на набережную. Ну, вот так мы с вами погуляли сегодня по парку отдыха. Надеюсь, вам эта прогулка понравилась так же, как и мне. Мы прошли почти весь парк. Так что до новых встреч на канале Анапа Курорт Инфо.